Это очень упрощенная система. Когда лотов 50, там бывают всякие... всякие интересные вещи. Из-за большого количества лотов шанс вылететь у каждого становится примерно похожий. Не равный, но похожий. Потому что слишком много танков в одном аукционе выбирается. И крутится. Так, хорошо. Пипец, нас рвут. Не, мне нужно уезжать в любом случае. Там очень много танков. Я просто не успею уехать. Может, еще тычку дать? Вообще желательно уехать. Валера, какой же ты глупый. Так, вот что мне даст эта тычка? Мне прям очень интересно, что она мне даст. Хорошо закинул. Ну хотя нет, я тут под артой буду стоять. Ой, хорошо. Один, здорово. Сколько примерно каждый танк закидывает? А, ну... зачастую в среднем там сотку, 200. Можешь предыдущий аукцион посмотреть. Можешь открыть стрим, где мы на Мантикоре закончили катать, и посмотреть его. Вот, да, кстати, хорошая идея. Там в конце стрима примерно вот посмотришь, сколько лотов было, какие лоты, сколько было закинуто и кто победил в колесе. Слушай, интересный бой на самом деле. Хорошо. Блин, я не угадал. Я не угадал. Я не угадал. Ну, бывает. Спасибо. Валера, загадка с призом. Отгадай загадку и реши вопрос, сколько у девушки на пипе волос. Приз 1000.00 ру. Друг, я, конечно, все понимаю, но... ходи, не знаю, какой-нибудь клуб, там, развейся. Может, не знаю, сними себе кого-нибудь. Ты немножечко... наклонность у тебя странная в донатах. Кринжовник. Спасибо. Спасибо, Жуковский. Какой танк для такого рака, как я, посоветуешь? Вообще без понятия.
Русский, я не знаю, какой тебе танк посоветовать. Ну пипец, нас просто убили. Не знаю, И7 посоветую. 277 посоветую. Тычку, тычку, тычку. ЕБР там трехметочный. Поехали. Только не ББшкой. ББшкой. Блин. Главное, чтобы прошла альфа. Спасибо. Внимание, ответ. Сколько капель в море и на небе звезд? Столько на пипе у девушки волос. С праздником, Валера. Спасибо большое. Найс. Господа, я думаю, пришло время прожать большой жирный лайкосик за этот бой. Ну чё, свин, я тебя не отпускал. Господи, ну гений же, ну гений же. Ну что тут, ну что ты сделаешь, когда ну гений? Ничего ты не сделаешь. Ну человек гений, ну что тут сделать? 9246 урона, 4 фрага, 1000 ассиста. Хороший бой, хороший бой. Если он такой популярный, почему загнулся несколько лет назад? Сейчас какие-то другие танки, что ли? Во-первых, сейчас другая компания, это раз. Во-вторых, ты даже не знаешь... Спасибо вам. Ну, сейчас я скажу. Лумба, точка, что сможешь рассказать про вчерашнее выступление команды Солнца? И сможешь объяснить, для чего к ним пришел Шек? Ну, это точно не у меня нужно спрашивать. Это нужно спрашивать у игроков команды Солнца. Это если мы говорим, для чего пришел Шотник. А как выступление?
Я ожидал, если честно, большего. Как будто бы что-то у них пошло не так. Не знаю. Ну, на песчанке еще вроде бы более-менее отыгрывали. Но что-то потом совсем... Совсем что-то не то пошло. Вот мне, как и многим... Конечно, хотелось, чтобы по накалу страстей было что-то похожее на Who Cares Beyond. И отвечая на вопрос по киберспорту, по той информации, которой я владею, из того бюджета, который выделялся на киберспорт, до киберспорта доходило, дай бог, процентов 15%. И люди, которые были ответственны за организацию киберспорта, мягко говоря, не справлялись со своими обязанностями. Мое мнение не претендует на истину, но оно, я так понимаю, довольно близко к действительности. Поэтому он не стал популярен. А потом просто бюджет перестал выделяться на киберспорт и все. Слушайте, ну как будто бы мы приближаемся к 100% отметке. Наконец-то. Я, конечно, могу накаркать. Аукцион сегодня, да. Ну, если мы добьем, конечно. Я уверен, что мы добьем. Первый минус. Второй минус. Кобру ждем. Спасибо. Ку, откуда Здорово. Пошел мем, что левша похоронил киберспорт? Ты знаешь что-нибудь? Вот на самом деле я сам не понимаю этого мема и реально не знаю. Почему-то откуда-то вот он пошел. Но я не знаю, почему. Реально, не шарю. Всю жизнь его слышу, но не шарю.
Дерево упало. Интервью с разрабами, типа украл онлайн. Ага. Шутка такая была. Понял. Ой, боже, ну ты. Nice boy. Другое дело. Все, вернули настроение, вернули настрой, все хорошо. Вернули 5000 среднего. За три бись. Вот это я понимаю, вот это хорошо.